Всем добрый вечер, дорогие любители киберспорта и любители промокодов. Конечно же, мы продолжаем для вас освещать серию турниров Master of the Sword, на этот раз категория соло. Сегодня еще в 21.00 будет категория тандем, перенесенный бой. Ну а это 1/16 финала. Гения против адвоката, а комментирует этот бой буду я, Сунь Куфани, мой коллега Кирилл Позитив, а снимает Immortal Fear Dog Миша. Да, привет, Ваня, привет, зрители. Посмотрим мы на станцию, на адвоката, на Васпе, этого крутого игрока, и на Кеню, наверное, тоже крутого. Они, кстати, оба играют на Васпах. Адвокату, кстати, наверное, ну, хотя ему он, наверное, топовый игрок, ему не очень тяжело, но он же в тандеме играет на Харьке с Кошаковым незаконно, а тут в соло получается на Васпах уже пересаживаться. Ну, я думаю, он тренируется на вас перед соло, поэтому у него проблем не должно возникнуть с этим корпусом, потому что, ну, я его видел, как хорошего у вас повода. Ну и станции, кстати, которую он уже играл раза два, наверное, с Кошаком незаконно на ТКВшках. Так что все четко. Адвокат там, кстати, выдавал очень крутые прострелы. Надеюсь, будет очень крутая игра. Кения выиграл на предыдущей стадии Форса на Магадане, а адвокат прошел Юр Боди Гварда, насколько я помню. Да, есть у нас начало раунда, тут уже неплохую рельсу адвокат выдает по Кене, в итоге тут на одно, аптеки нету в центре, и Кеня теперь будет со станции пытаться что-то сделать, как-то выдать рели по адвокату, который неплохо прячется, у него там еще и дроп падает, а именно дашка и дд. Кеня, кстати, промахивается на дд, и ему нужно сейчас постараться убить адвоката, чтобы забрать дроп. Адва, кстати, решил не рисовать, он видел, что Кения зажигает. Отлично, выстрелом убивает Кения и будет на ДД уже ехать на респы противника. ДДшку Кении тоже должен отжать. Ну да, он убьет Кению, заберет ДД, и еще и флаг увезет, по сути, весь дроп за адвокатом, именно первый. Поэтому один, возможно, даже два флажка. Будет, кстати, Кения выживает, и... Ну все равно Адвол везет, еще аптеку заберет. Ну, здесь он вообще хорош. На самом деле, весь дроп забрал, который был на карте. И в итоге доставочка флага 1-0 в пользу Адва. Аптеку себе сохранил на обратный маршрут. Еще сейчас также не забрал, по-видимому, уверен в своих силах. Однако не попал по Кене. Еще раз это ошибочка. А аптеку еще отдал. Но Адва все равно выдержит дверели еще. Если он еще попадал бы по Кене, это было вообще отлично, потому что Адва-то на 2, хоть и на 2, но все равно, мне кажется, лишняя рельса по Кене была довольно-таки хорошей в этом моменте. Адва не торопится ехать куда-то, стоит он за домиком, не попадает снова по Кене, тот увернулся, в итоге, кстати, он на не 3, это преимущество, возможно, для него. Если бы он сейчас попадал, там, я знаю, прострел есть. Да, был прострел в дырочку между контейнером и Васпожигой и Титанжигой. Вообще в микродуэли, я думаю, Адва должен переиграть Кению. Ну, собственно, так и происходит. Да, кстати, убивает его. Еще вот новые коробки дропа падают. ДДшка и ДАшка. Еще ДД на станции лежит. У Кени хороший рез довольно-таки для этого дропа, и Дашка он заберет, не выживает, точнее погибает адвокат, и в итоге Кеня забирает тоже весь дроп на карте, потому что, ну, в контроле сейчас он будет А2 хорошо. Ну, не попал, правда. Ну, это я накаркал заранее, сказал, и поэтому Кеня промахнулся. Адвокат, правда, будет забирать ДД, это хотя бы что-то. Там еще в центре, точнее у фага синего есть ДД, попадает он по Кене, Кеня остается на одну. У него еще есть ДД, будет успевать или нет? Нет, не успевает, но в итоге будет погибать. В итоге у адвоката это будет у вас флага на ДД, плюс у него еще аптека. Будет падать скоро на увозе. Ему главное сейчас по Кене попасть. Он попадает, кстати, и это тоже у вас флага. 3-1 должен быть счет. Адва хочет рез, караулит, но не успеет. ДДшка у него заканчивается уже.
Ну, наверное, правильно делает, что это время ему спешить-то особо некуда, он выигрывает и с помощью этой... А вот хотя, когда Кенни сбивает прицел еще первый на ресет, то Адо не поставит. Да, он еще его прижал к контейнерам, поэтому он еще никуда не уедет. Ну Переоценил свои силы Адо. и Кеня тоже, в принципе, не увезет, потому что он на одну, тут Адо должен его ага, конечно, переиграет у него. Еще получит, наверное, рельсы, если Кеня постарается ее выдать. И хотя шансы тут маленькие будут. Большие шансы для Кеня, вот шансы маленькие на то, чтобы Адо вернул. Почему-то постоянно, когда я говорю что-то, то в итоге получается совсем другое. Обманываешь постоянно наших зрителей. Это в плане я предсказываю просто плохо. Интуиция у меня плохая. Да. Кстати, выпадает дроп, Кения про него, я так понимаю, не знает. И Адвар заберет Дашку, выдержит еще одну, в теории. Если успеет ее забрать. Нет, не успел. Он вроде бы на самом деле в пол попал, насколько я понял, потому что там выстрел есть. Ого! Выживает Адва, еще и в минус падает. Ну, это вообще прям перебор по анлаки, невезение. Адвай слишком самоуверенно играл в некоторых моментах. Должен был он выигрывать 3-1 или даже 4-1. Сам ошибался. И в итоге 2-2 уже счет. Но будет у него ДДшка. В теории, если он переиграет Кенни, то может увести третий флаг. Тут нужно попадать, Адва не успевает он этого сделать. В итоге Кенни когда убивает Адва, и это доставочка флага. Кстати, Кенни впереди 3-2, но у нас остается 5 минут. А через где-то минуту будет падать дроп. И Адва нужно его законтролить, если он хочет выиграть первый раунд. Ну, главное полностью не проиграть, как он обычно это делал. Не считая первого дропа. Тут Адва должен, да, переигрывать он Кенни, сбивает ему рельсы и сейчас, правда, не успеет добить, тот уедет. Но у адвоката преимущество, он на две рельсы, тут добивает он Кенни, будет заходить на флаг и пытаться его увозить, увозить на центр, я так понимаю. Да, везет именно туда, у Кенни респ на станции и тут ничего Адва не должно помешать на доставку флага. Кенни еще подставился под рельс, я думаю, ему не обязательно было сейчас пытаться выдавать по Адву. Мог он втихую проехать по станции, чтобы Адву его не видел. Ну, хорошо, Адву отыгрывает, хотя рисковал. 3-3. И новые коробки дропа у нас падают. Нужно этого выдавать. Нет, не попадает он по Кенни. В итоге тот может его добить, если постарается. А вот Адва ошибается. В свою очередь не успевает он опять забрать дроп. Ну, тут вообще Адва последние два дропа как-то никак играет. Ну и по итогу снова у него проблемы. Кенни это снова доставит, он на фуле уже. Адва, конечно, усложняет себе игру на этой станции по максимальному. Не попадает он, кстати, по Кенни, а тот его будет добивать неплохим прострелом между этими стеночками. Это 4-3 в пользу Кенни, он еще ДД заберет и, возможно, может законтролить Адва, который будет на ДДшке на станции. О, Ой, дроп. хороший Адва. Вовремя, да, он взял ДД, убил Кенни и в итоге сейчас, наверное, будет даже добивать его, потому что респаун неплохой для Адва. И в итоге это увоз, попытка увоза. Кения, в принципе, неплохо отреспила. Адва подставился под рельсу, и теперь у него проблемы. Если он не переиграет Кению, конечно. Да, он не переигрывает 4-3, по-прежнему счет. Надо дроп отконтролить адвокату и все. Да тут даже если Казалось бы бы. Кенни не выстреливал, да, то Адва все равно промахнулся, у него рельса слишком далеко смотрела вправо. Он просто-напросто не успел бы ее развернуть. Это, возможно, пятый флаг для Кении. Адва не попал, да, это пятый флаг. Хотя вот Титана Жига может мешать. Ну, доставки флага она точно не помешает, а вот адвокату, да, мешает выиграть этот раунд. Если он сейчас не заберет дроп, который у нас, кстати, падает, это коробка Дашки. Посмотрим, как Кеня будет ее контролить. Ага, то есть обоюдные промахи у нас есть.
На карте адвокат выстреливает на опережение, но успевает все-таки забрать ДД. Ой, точнее, да. Там еще есть ДД, но, видимо, оставит под Кеню. Ох. Жесткий выстрел от адвоката. Он будет увозить. Но это всего лишь четвертый флаг. Ему надо еще один, как минимум. Сбивает прицел. Не. Еще и хорошо обманочку сделал. Попал по Кене. Доставочка флага 5-4. Сейчас будут, скорее всего, забирать дроп, а именно ДД. Но хотя там есть респаун от Кени. Адва его видит. И немножечко можно было сейчас даже лучше сыграть Кеню. Он его контролит, а вот Кенни терять нечего. Какие-то странные промахи от Адва. Ну вообще прям. Ну что это такое? Ну 5-4, возможно даже 6-4 адвокат проиграл. Первый раунд у него еще есть в запасе целых 2. Ух! Крутится адвокат. Но есть у него ДДшка, нет, ну тут как бы он может убить меня в теории. Не попадает, и будет у него еще один шанс. Ну, ему нужно сильно постараться этот шанс реализовать, но он не успеет просто-напросто. Да, он... Ой, Кенни еще выживает, но сегодня маспики вообще какие-то живучие после ДД. После выстрела ДД. Ну, он не успеет, правда, доставить. Так что, да, как я говорил, 5 или 6-4. Нас Кенни забрал второй раунд... Ой, первый раунд. Свою копилку. Если бы Адва контролил дроп, как и в первый раз, то он бы спокойно выиграл. И первый, и если он будет дальше так контролить дроп, то он и второй, и третий может выиграть. Да не, ну Адва постоянно первый раунд даже в тандеме не очень хорошо отыгрывает. Может разыгрывается, хотя тут начало было очень хорошее, просто он сам виноват, что проиграл этот раунд. Ну, да, Возможно, он соберется. Отдавал он дроп и очень много дропа отдавал. Там максимум слишком... он брал ДД на станции. Там слишком некоторые моменты самоуверенно он отыграл. Когда он мог ставить третий флаг, он решил подождать аптеки. Точнее, отыграть от аптеки. Думал, что собьет Кенни, но я не смог этого сделать. Надо понять адвокату, что я не просто так дошел до 1.16, в конце концов. В общем, посмотрим, что будет во втором раунде. Пока не ясно, какой результат. Может даже пинать мы потом, как всегда, песочек. Да, пенальти, пенальти. Ну, пенальти такое, пенальти. Это как Иммортала и Сергеевича будет пенальти. Не, ну хотелось бы, чтобы адвокаты не решили именно все на станции, потому что станция более скиллзависимая карта, чем песок. Соответственно, кто тут выиграет, тот и победит. Почему-то постоянно, когда кто-то в соло промахивается, и ты говоришь о пенальти, мне сразу в голову приходит исключительно бой Иммортала и Сергеича, где они хорошо так на зоне играли, а потом и на песок ушли. Ну и там, в принципе, тоже такая же ситуация была. На первый дроп выпадает. Повезло, что он падает на базе именно гения. ДДшка там, но да. Сбивает так... плохо адвокат. Так отыгрывать, конечно, не стоит, как отыграл сейчас Кенни. В итоге еще дроп может отдать, а, да. Тут все зависит от респауна, потому что... Если... А, респаун слева, и в итоге Кенни будет на ДД, как и адвокат. У адвоката более лучшая позиция, потому что он выезжает сейчас еще на ДА. Кенни по нему не попадет. Ну, это надо постараться. Еще А2 не попадает, хотя мог. Почему леса не прошла? Ну вообще, ох, какая лица от Кенни, я думал, Адва попадет. Тогда она как-то выше вроде прошла, или левее, или правее, непонятно. Правее, как я понял, но не повезло Адву, Кенни что сбил. А, это сбитая леса был? Мне показалось, что Кенни просто сам вывернул.
непонятно куда. Ну и Кенни рискует, у адвоката остается еще один выстрел, чтобы убить Кенни. Но Адва надо, я считаю, просто ехать убивать. Конечно, будет пробовать отыгрывать так, чтобы не получить рельеф, но это, по-моему, рискованно. Ох, выдал сейчас Адва, а Кенни не знает про это. Ты только сейчас понимает это, думаю, да? Но Адва как-то странно отыграл. Ну, он подобрал ДД, в итоге это ДД не реализовал, и еще промахнулся по Кене. Еще и получил рельсу, неплохо. Ну, Кеня хорош, на самом деле, я думал, что он не будет такую игру показывать. Но это достойный противник адвокату, как я понял в итоге, по итогу первого и 2 минут второго раунда. Тут адвоката надо было. Просто адвокат сыграл, опять же, самоуверенно, как по мне. Кстати, не стал сейчас Кенни выдавать релю, чтобы не получить от адвоката. В итоге Адву не попал, будет пытаться он мансить, и успешно. Остается он целый. Какие-то обоюдные промахи, довольно-таки их много. Как это было в первом раунде, так и во втором, так и доставка. Ну, 1-1, доставочка есть, да. Просто адвокат слишком часто и слишком много промахивается. То есть, ну, по сути, он должен попадать. Все рельсы, которые он... Вот сейчас красивая рельса была. В Да, дырочку эту. где он промахнулся, он был, должен был все эти рельсы выдавать. Но почему-то он промахивался. Кенни решил самоуничтожиться и потерять дроп. Хорош. Ой, Ух! вот это прострел. Я думал, Кенни успеет уехать, а он, оказывается, не успел, адвокат его убил. Адва реабилитировался за тот промах. Теперь же на Конечно, фуле тебе... попробуйте возить. Конечно, тебе говорю, когда я говорю одно, происходит все по-другому. Я не знаю, почему и как, из-за чего. Ну снова, адвокат мог ставить уже. Но он Он решает отыграть вот так вот. с Ивови более решает, да, сыграть, в итоге доставка повесить. Там, кстати, еще ТД лежит на станции, которую нужно было бы забрать. А вот Кенни успеет или нет, адвокат видит респаун Кенни, да, первый будет рельс на рельсе Кенни все-таки. И за ним будет ДДшка, возможно даже нейтра, которая лежит на станции, хотя там есть адвокат. У Адва респ очень плохой, но Кенни и Адва врезаются в текстуры. Если бы Адва не врезался, мог бы выжить. А как я и сказал, Кенни забрал ДД, забрал нейтру, сейчас будет пытаться возить, что? А, пытаться возить флаг все-таки будет. Адва его контролит, неплохой прострел выдает по Кенни, в итоге тот промахивается, возможно даже еще одну рельсу получит, нет, не успеет. 2-2 счет сравнял Кенни. Флажки. Главное сейчас попытаться по Адва выдать рельсы, ну, все-таки решает самоуничтожиться. В центре, кстати, падает еще аптека, на которую, видимо, адвокаты поедет. Хотя там Ух, есть Кенни. кто первый? Кто первый на этой аптеке? В итоге оба не попадают, адвокат будет первый, у Адвы еще и лица первый, надо отметить этот факт. Осталось только, да, забирает Адву аптеку. Попал по Кенни. Но это только из-за того, что Кенни на васпике, кстати, по харьку, я думаю, такой прострел бы не прошел. Но это плюс для Кенни, потому что он отреспался прямо на ДД, еще, возможно, он да заберет, правда не уверен, что в целом, да, не целом он ее заберет, плюс аптека только что Адва подхватил по центру, в итоге Кенни остается на две рельсы и будет пытаться возить прям по респам. Вот респа Адва. Если у него долго. ДДшка, в теории Адва может с ДДшки убить Кенни, если угадает выстрелом Кенни. Адва решил не давать выстрелу. А он без обманок поехал, он не думал, что адвокат будет сразу же стрелять. В итоге доставил флаг, 3-3 снова сравнял. Четыре минуты еще у нас. Есть у Адва, чтобы выиграть этот раунд. Ну, тут Адва надо, чтобы не хорошо отреспался. А у него и так, и так да, ДД пропало, в итоге он уходит вообще на противоположный. Избивает какой... рельсу Кенни. Вот это было жестко довольно-таки, кстати, я не ожидал, ну, погибает, правда, адвокат, но рельсу он сбил хорошо, потому что так угадать, и в итоге еще вроде он врезался в столбик. Да, он врезался в столб, я думал, Адва сам себе сбил прицел, и потом каким-то чудом выкрутил, красавчик.
Мне так нравится, как Кенни самоуничтожается, то есть дроп на карте лежит, а он дрит нажимает. Хоть он и целый, но теперь адвокат на ДД будет его контролить, не пропускать на свою базу. Еще там в центре аптека падает, нужно бы поторопиться адвокату, чтобы забрать флаг и уехать снова на аптеку, потому что ДД у тебя пропадет скоро. А вот рельсу ты выдать Кенни сейчас сможешь, и выдает он ее, и неплохую. Ну, можно было, кстати, даже аптеку забрать. А, он едет за дропом. Ну, сейчас эта вот самоуверенность может сыграть с ним шутку, и это так и происходит. Ну, адвокат выживает он после ресы ДДш, но вот это вот Кенни не везет, но не попадает еще адвокат, и в итоге Кенни будет возвращать флаг. Но это был шанс. То есть у Адва было два шанса забрать дроп и доставить флаг. Ему танковый бог подарил их, а он их просто взял так и Еще потерял. Адва 3 минуты и будет еще один дроп падать. Адва решает не контролить в этой ситуации Кенни. Ну, посмотрим. Рискует, кстати. Но он сбивает. Но риск был очевиден. Если бы Адва тут не угадывал, он бы терял флаг. Он даже может спокойно отбивать Кенни, мне кажется, шанс у него снова выжить есть, поэтому можно смело ехать на Кенни, на ДДшного, что ты боишься, Адва. Не, если это просто тебя слышит, если ты скажешь, что шанс есть, значит шанса нет. Так что. Попадает, кстати, по Кенни, убивает его и в итоге везет флажочек для себя. Четвертый остается у нас 2 минуты. Получать рельс он тут может, если Кенни попадет. А Кенни попадает, и в итоге Адва на одну. Адва Delete не нажимает. Ни разу не нажимал Delete. Не только я Понял, один такой. ты меня заразил, короче, ясно. Но если Да, Адва респится на станции, только хотел сказать, там ДД лежит. Кенни не уверен, что про это знает, он может только догадываться. Ну, что у Адва ДД. Я думаю, что он понимает, что тот на станции. И, кстати, он еще свою ДД теряет при этом. Очень велик шанс этого. Да, И если будут он Адву сейчас убивать, да. все-таки, я думаю, он выживет, кстати. После ДДшной рельсы попытался бы он там забрать ДДшку, но погиб бы все равно. За два наконец-то дроп. Наконец-то он на одну рельсу перед дропом будет забирать, естественно, аптеку. Главное не геройствовать, а два ехать за на доставку, точнее, Уже надо флагом. ехать ставить. Хватит этих проигранных раундов от адвоката. Может, он тянет время? Тут и так он, скорее всего, выиграет. За минуту два флага доставить очень тяжело. Слушай, у меня вот такой вопрос. Там же в правилах прописано... Неплохая вертуха, кстати, от адвоката, пока я этот вопрос задавал. В правилах же прописано или нет, если игрок будет стоять с флагом возле флага? Что? Ну, в плане, допустим, он хочет потянуть время и будет стоять с флагом возле флага. Это как-то наказуемо? Да нет, может стоять лишь игровой момент. А, ну все, тогда у адвоката такая тактика. Не у флага, Ну, конечно, стоять, но по максимуму. тактика такая себе, он в любом случае будет ставить шестой флаг. Но этот раунд Адва просто дроп контролил. Лучшим. Так что молодец. Ну это да, если вот я как говорил, если он будет контролить дроп, то он спокойно может выигрывать. Правда, тут с натяжечкой было, потому что, ну, Кенни его где-то переигрывал, где-то Адва не попадал. Но вот адвокату нужно собраться. Он мог даже вроде бы туда реализовать, когда он выжил после ДДшной лесы Кенни, в итоге подобрал броню. Мог попасть по Кенни, в итоге забрать аптеку по центру и спокойно довести флаг, возможно, даже и второй, потому что там новый дроп падал на станции. Но вот он как-то промахнулся и в итоге Кенни забрал дроп другой. Главное, что адвокат собрался с мыслями и уже нету, не было, точнее, от него таких глупых промахов, как в первом раунде, к примеру. Тут он уже получше отыгрывал.
Да и Кенни нельзя сказать, что плохо отыграл, просто Адва на этот раз законтролил больше дропа, чем он. Ну и Делит и Кенни очень спорные. Иногда при дропе в итоге он его теряет. Да, он, кстати, несколько раз, два или три раза делитился, когда дроп на карте был. Это ДД на станции А2 я в итоге забрал целый. Потом дроп в центре. Это ДАшка и ДД, когда он делитнулся на станции, вроде бы. А2 забрал дроп. То есть, я не буду утверждать, но, возможно, вот этот тот дроп, который А2 забирал при делитах Кенни, помог ему в вывозе флагов. Возможно, я не утверждаю. Но такой вот поворот событий тоже может быть. Сейчас мы на самом деле глянем в третьем раунде, как адвокат будет сначала контролить дроп. Я знаю, что он нас слышит, потому что он стоит. Я надеюсь, он будет его контролить хорошо. Вот он уже выдвинулся на центр, прямо на аптеку выдвинулся сейчас Кеня, мог бы постараться выдать ему рельсу, и да, все-таки будет попадать по А2, в итоге тот на одну рельсу, и, кстати, ДДшка падает на острове. Ой, на острове, на станции. Кеня поехал за ней, да, но ДДшка также выпадает на базе Кении. Ой, как Адва тут попал. Кенни застрял еще. На Кенни нет смысла ездить за адвокатом, ему надо гулять флаг, собирать дроп и пытаться увозить. Тут просто адвокат как-то в центр слишком поспешил поехать, в итоге он проиграл ДД. Все, кстати, ДД, которые есть на карте, за Кенни. Еще и да, в итоге Кенни забрал, и это будет доставка первого флага для него за меньше чем минуту. Хоть аптеку и забрал Аду, тоже хорошо. Ну да, потому что он сейчас выдаст рельсу Кенни, как минимум одну. Кенни на дропе будет заходить сейчас на флаг красных, красного игрока, на флаг адвоката. Но тут, нет, не... Ой, еще и попадает Кенни, я хотел только сказать, что он не попадет. Но все-таки попал, и в итоге это доставка второго уже флага. Хотя может адвокат помешать ему это сделать. Адвокат, да, очень хороший рез. Кенни врезался в кулер. И в итоге А2 вернет. Или бойлер, да, непонятное сооружение, в общем, ржавое. У Кенни еще рез, я бы не сказал, что очень хороший. Прямо на адвокате. Тут все зависит, у кого нервы крепче и личный скилл больше. Кенни, кстати, вроде выстреливает в дом, в итоге у адвоката это шанс уехать. Он попадает по Кенни, но это доставка стопроцентная, если он сейчас не упадет в минус на ровном месте или его не выкинет. Не видит адвокат ДДшку на станции, а вот Кенни ее заметил. В итоге А2 еще по нему попадает, а я думал промахнется. Ну, Кенни на одну рельсу, в центре аптека будет падать после ДД, поэтому нужно скорее туда ехать, потому что... Тот же адвокат, вот он уже отрезался тут рядом. Адвокат делает правильно, переигрывает Кенни, тот почему-то не подумал, что А2 может поехать прямо на него. А, ну, как мы говорили, то есть дроп за адвокатом, ДАшка, там еще ДД есть у Кенни, правда, он может ему помешать. Не попадает он по А2, но там еще в центре есть аптека, адвоката нужно выдвигаться, он это понимает, не убивает Кенни, но будет целым. Благодаря аптечке, которая его отхилит. Можно даже сейчас убить Кенни, он это будет делать, ну это тоже доставочка флага. Я очень на это надеюсь. Хотя с его вот этими вот врезаниями во все. Подставляется слишком много раз адвокат под Кенни. Ну подожди, сейчас он доставит наконец-таки. Ну ты прав. Адвокат не уверен, сегодня чувствует явно. А2 решается тут подождать на своей базе, по максимуму выдать рельс по Кенни. Ну вот Кенни бы на его месте уже давно прожал бы делит и ушел бы на рез.
Да, но адвокат пытается выдать одну рельсу, не выходит, но он все равно это правильно, пытается выдать рельсу, почему бы и нет? Потому что делита не так уж и много. Иногда Кения сбил очень неплохо рельсу, еще выждал, и в итоге Кения целый, а тут уже сливается просто банально. Да, Кенни едет, кстати, за Нитро и за ДДшкой. Ну, Нитро он игнорит. Правильно, зачем Нитро Васпа, она незачем. А, в итоге будет пытаться забрать Кенни ДД, но там есть Адва, который может успеть прыгнуть или хотя бы рельсу дать. Ну, даже не рельсу не даст. А2 как-то Хорошо. боится, боится. Хотя бы Опасается. сейчас. Слава богу. Выдал на рельсу. Не попадает Кенни, хотя, кстати, мог. Я думаю, А, да, что там был прострел. адвокат едет за ДДшкой своего соперника, а в итоге тот на ДА, но он не выживет. Адвокат, ну ошибаться, но нельзя, хотя не А попадает, еще не Кенни взял выстреливает рельсу? Кенни, да. Еще раз, не было рельсы, и тут уже... А заканчивается ДД. Все-таки попал адвокат, хотя рисковал, как обычно. Есть аптека, но для адвоката все условия созданы, чтобы этот факт доставить. Да, ты адвоката, что ли? Он сейчас поедет снова на Кенни убивать его. Ай. Убийца. Едет просто по максимуму крутым путем. Выдерживает Кенни рельс. Имеет адвокат, да, в своей манере. Ну а зачем спешить, правильно? То есть лишний дамаг ты не получишь, в итоге останешься на ДД целый. И еще можешь законтролить респаун противника, потому что ты обновил свой ДД на своей базе. То есть сейчас он может спокойно даже завозить четвертый флаг, если убьет его. А уже наверняка приедет за танком, поэтому увозить он будет на центр, как обычно врезается в эту бойлер. Должен Надо убить добивать просто Кенни, Кенни да. ставить, да. А, Ага. понятно. Ага. Не, ну Господи. тут, да. Адвокат. Ну, это как бы, знаешь, фэрплей. Типа, ну, А2, ладно, ты должен был попадать. Я тоже не попаду. Так же быть. Вот Кенни подобрал нитру. Подберет он сейчас еще и ДД. Не убил, правда, адвоката, тот успел заехать, ну и, возможно, не было там прострел. Хотя будет получать сейчас рельсу, да, получает он от адвоката рельсу. А Кенни должен тут отыгрывать осторожно, только хотел сказать я это, и он сразу погиб. И вот уже дроп за адвокатом, возможно, будет. Ну, Дашка, правда, тут спорно, там ДД вроде ниже падает, да? Да. Ух, адвокат попал, Кенни? Нет, кстати, Кенни мог и сейвови сыграть, как адвокат, к примеру, забрать ДД. А потом контролить ДА. Адвокат, по-моему, положил кирпич на пробел, стреляет вообще по КД. Ну, на фуле у него там еще аптека. А, он аптеку не хочет. Понял. Да он может за ней сейчас аккуратненько поехать, главное убить Кеню. ДД у него еще справа падает, я надеюсь, она не знает и, возможно, будет контролить. Не попадает, кстати, Кеня, пытался он прострелом убить А2. А в итоге ДДшка этого адвоката закончилась, и сейчас Кеня не получает рельсу, но аптека в центре до сих пор лежит. Нужно переиграть А2, не получается у него это сделать, но добивать он его 100% будет. За аптека поедет, естественно. Тут еще коробка ДД лежит справа, где респ адвоката? Для адвоката хороший рейс, он не отреспался на ДДшном танке, это прикольно. Выдал еще рейс, отлично. Кенни на ДД промахивается адвокат, хотя, кстати, мог попадать по Кенни, тут главное попасть, да, попадает все-таки Кенни и увозит флаг. 5-3 счет, остается у нас 2 минуты, ну, адвокату, в принципе, нужно выигрывать сейчас и в четвертом раунде делать ничью, и для него это будет хорошо. Ну или выигрывать четвертый раунд, это уже как он захочет. Не попал Снова. каким-то чудом, как я думаю, что уже будет Кенни умирать, зато Кенни неплохую рельсу выдал. Ну, тут-то такой просто странный очень был. Но адвокат на ДД, правда, Кенни на одну не попадает, А2, в итоге Кенни увозит новый дроп. Летит, неплохой прострел от А2, будет он забирать этот дроп, ну, тут уже стопроцентная победа А2, нужно привести два или три флажка Кенни, чтобы что-то сделать.
Ну, за минуту, да, это должно слишком повести Кенни. Этот адвокат просто заберет ДД, да, отправит его на респ, не даст ничего сделать. Адвокат, правда, на одну рельсу. Ой, респаун плохой для Кенни. Но не попадает, да, два. Я думал, он не успеет в край корпуса выстрелить. Ну, доставочка тут 6-3 уже. Еще промах от Кенни. Ну, тут хоть мы и наблюдали промахи от как и от Адва, так и от Кенни. Ну вот почему-то Адва подбирает дроп. Или Кенни ему дает этот шанс. То есть сколько? Вроде он не самоуничтожил. Нет, один раз самоуничтожился Кенни, когда дроп падал. Пару раз Кенни не попал по Адва, в итоге тот дроп забирал. Ну, заслуженная победа адвоката в этом раунде, наверное. Он в каком-то диком расслабоне играет, как по мне. Дроп вроде он как контролил, но спорный момент. Возможно, ему Кенни отдавал его. Не всегда и везде. Но вот эти вот, эта боязнь выстрелить по ДДшному Кенни, это странно, когда Кенни забрал ДД на станции, Адам мог убить его даже. Это первую рельсу выдать и вторую. Но почему-то он побоялся стрелять по нему. Ну да. Ну и адвокат очень интересную манеру игры демонстрирует. Сейвовую, я бы сказал. Чересчур. Когда он пытается не получить рельсы, даже в тех моментах, когда, казалось бы, он может поехать убить, но да, он старается, наоборот, не получать рельсы. Посмотрим, какой результат будет в четвертом раунде. Пока 2-1. Адвокат выигрывает у нас в этом поединке. Мне кажется, что Кенни заберет сейчас раунд, и в итоге мы будем смотреть твою любимую песочницу. Вот почему-то мне вот так вот кажется. Когда мне кажется, то это так и случается. Поэтому шансов 80. Да нет, даже слишком много. 70, 60. Ставки, ставки, ставки. Нет, я думаю, что песка не будет. Ты думаешь, не будет, а я думаю, будет. Ну, дальше посмотрим. Я все-таки считаю, что адвокат не должен на песок выходить и пенальти катать. И не, кстати, выстрел сейчас дал. И адвокат, если шансы попадает и забирает. Ну, Дашку, конечно, биты заберет. Да, он теперь, ну да, будет заходить на флаг. Правда, получил он рельсы до нее. Ну, добивать он Кенни не добивает. Ну почему он боится ехать на Кенни, я не могу понять. Это чистый факт для адвоката. В итоге он просто побоялся поехать на Кенни. Видимо, думая, что тут будет выстреливать первым. А в итоге не так. И вот эта доставка могла бы помочь ему выиграть на четвертый раунд. Ну, кстати, он забрал дроп. Забрал Дашку, забрал ДД. В итоге сейчас заберет аптеку и будет ехать за... еще одна ДД, которая находится слева. А респаун от Кенни довольно-таки рядом. Не едет адвокат, почему-то за этой ДД даже не видит он Кенни. И в итоге тот будет на ДД, но ну, должен погибать, должен, обязан погибать Кенни. Нет, Адва не рискует. Играет по максимуму сейвов. Но увозить нужно на станцию, понимает он это. И будет пытаться ехать далеко. Нужно далеко уезжать, потому что у Кенни ДД, у тебя оно пропало. Не попадает этот Кенни в этом моменте, но у него еще есть шанс, потому что ДДшка-то... Нет, уже закончилась. Адвокат целый остается после выстрела.
потому что Кеня промазал. А вот сейчас может получить рельсу ненужную. Правда, погибнет и Кеня 100%, если адвокат не забоится на него ехать. Да, Нет. не боится. Не, ну тут ты уже чё, так и ты уже адвокат. Кстати, вот адвокат постоянно забирает эту нейтру на станции, которую Кения постоянно игнорирует. Сейчас, конечно, хорошо попал, и вот мне, да ладно, опровержает мои слова, опровергает и забирает нейтру. Правда, адвокат все равно по нему попадает, в ответку Кения также выдает неплохую релю. Гашка упала, надо Кенни ее забирать пытаться, я думаю, тут без вариантов, да? Ну, адвокат может его переиграть. Сейчас нужно выстреливает, но выживает. Кеня, кстати, успевает НДА забрать и в итоге убивает еще адвоката неплохо. Доставочка есть, ответный флаг. Ну, Кенни тут в теории может переиграть адвоката и забрать аптеку. Тут надо постараться, чтобы его переиграть, хоть у тебя ДД и есть, но ее нужно реализовать. Ну вот промахивается адвокат, также Кеня промахивается, не успеет он аптеку забрать. Хотя нет, успевает, Ого. правда адвокат ему неплохо сбивает вовремя и правильно. В итоге добивает и будет сейчас ехать за ДДшкой, которая лежит справа у Кени на базе. И еще тут Кения, там респаун, еще ой. резвится. Да, будет убивать он Кения. Нервничает, ты говоришь, да? Видно, что адвокат не нервничает. Это уже точно по игре Да, видно. вот это видно. Потому что адвокат сильная какашка. Хотя вот адвокат сейчас... Кто? Ладно. Адвокат будет ставить флаг. Это 2-1. 6 минут остается. Кеня на дропе, а именно ДД, и скорее всего будет на нитре. Правда, адвокат ему его не должен ставить целым на своей базе, это 100%, Кенни это понимает. И в итоге получает рельсу, на одну остается. Адвокату нужно бы добить, Кенни не попадает. Адвокат ошибается благополучно, и у Кенни есть шансы еще, потому что ДД у него будет секунд 20. Адвокат Адвокат. здесь. Пока, да, все четко у него, дряжку забрал. Будет пытаться уходить. Выдает рельсу по Кенни, тот в минусе. Нужно его добивать, он это понимает. Еще будет забирать нитру. Да, добивает свои вертухи фирменные. Еще заберет нитру на своей... А, нет, поедет за ДД, которая падает у него на базе. Доставлять он тут 100% будет. Кенни ему не помешает. В итоге промахивается адвокат еще на фуле. О, вот этот для Кенни провал, провалище. Доставочка есть 3-1, он на 2 флага впереди. Ну, а Кенни должен очень постараться, чтобы выиграть, потому что ему нужно привести 3 флажка. Этом, ну ладно, это не в манере адвоката делать без рельса ехать за какой-то там аптекой. Очевидно, и ну да, вот это там, успел все-таки Кения выдать релю. Главное сейчас надо не отреспиться, иначе это будет провал провалов. Да. Респ у Кении хороший, адвокат, я думаю, чувствует его. Он его чувствует и уезжает правильно подальше. Между этими трубами, между всем, чем можно. Не попадает Кеня. В итоге адвокат будет пытаться доставить, но там есть еще прострелы, и прострел проходит, и в итоге это будет возврат 100%. Еще и ДД падает на станции, где респ адвоката. Плохой респ адвоката. Хотя он может свой флаг засейвить. Потому что остается там у нас 4 минуты. Выдает рельсу по Кене, сбивает ее, и в итоге Кеня на одну. А2, видимо, его оставляет в покое. Видимо, нет, не оставляет. Поедет он за нитрой, а там и ДД, а там и респ Кеня. Ну, как я угадал-то, а? Хорошо. О, вот это прострел от адвоката. Снова Кеня в полуминусе. И, ну, в принципе, исход понятен всем. 4 минуты остается, адвокат увозит снова на ДАшку, хоть и Кенни тут отреспился, но не сможет ничего сделать. Максимум это выдаст одну рельсу, ну, или две, если адвокат промахнется.
Не сможет выдать две рельсы. Адвокат убивает его спокойно, будет забирать четверо на своей базе. 4-1 в его пользу, остается 3,5 минуты. Весь дроп за адвоката, как и мы говорили, если он будет его контролить, то адвокат спокойно переигрывать. Кенни должен. Кенни. Кенни. Неудобно Кенни. произносить Кенни. Кения куда удобнее Кенни. У Да и если обладает ты быстро есть. говоришь Кенни, 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 то в любом случае выходит Кенни. Кень, 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 кень. Аптеку. Адвокат, кстати, отличная вертуха сейчас дал, поэтому сам Кенни и ставит пятый флаг. Не, ну А2 вот в четвертом раунде уже, да. Ну, либо Кенни немного сгрустнул, что вот у него не идет игра. Сплакнул, Что да? понятно. Ну, да. Адвокат спокойно убивает Кеню вертухой. Не попадает, правда, сейчас, но Кенни выдает ему дамаг, в итоге будет погибать спокойно, если Кенни не промажет, а адвокат промахивается, пытается уехать куда-то, но врезается в штуку, которая под станцией, опору, будем ее так называть. В итоге Кенни пытается увозить, но тут 2 минуты, ему нужно привести 6 флагов, если только он дроп не законтролит, и на нитре спокойно не будет просто по центру валить, с флагом наваливать по 200. Нет, тут поставил все-таки второй флаг, успел на последних секундах, но тут подазва падает дашка, которую он будет забирать. Нет, не будет. Это как-то не в стиле адвоката сегодняшнего. Я думал, он останется, будет да, контролить. Сейчас главное протиснуться там. Ну, 6-2. адвокат, кстати, хоть и доставил факт, но Кеня там на нитре. Кеня на нитре. Ой, на нитре, на да. И на ДД, кстати, еще будет. Рез под адвоката тут рядом, он будет его убивать. Довольно-таки хорошо. Доставлять флаг. 1 минута 20 секунд остается у Кени. Ну, тут надо очень сильно постараться, как я и говорил. Еще и промах тут от него. Так что. Пусть у него да есть, пусть он не попадает. Ну, итог очевиден. Тут Пожалуй, да. адвокат еще там на ДД. Ой, еще и промахивается по Кенни. Кенни доставляет четвертый флаг. А будет, кстати, тоже на ДД. Еще убивает адвоката и будет ехать дальше. Спокойно. Ну, если бы он был бы на нитре, то тогда было бы интересно посмотреть. А так он еще опять убивает адвоката. Господи, Кеня, почему ты так божишь в конце раунда? Почему ты этого не делал в середине, когда у тебя дроп был тоже на карте? 30 секунд остается. Ой, вот это вот врезаться, это нехорошо. Если бы сейчас еще попал бы по адвокату, было бы интересно. Но там есть нитра. Адвокат, правда, ее законтролит. За 20 секунд два флага невменяемых. Ну, на острове, наверное, можно было бы Не, попробовать. почему? Ну, на станции, допустим, ты приезжаешь за флагом, убиваешь своего противника с ДД, ты на нитре приезжаешь на свою базу, у тебя остается 25 секунд, то спокойно можно. О, адвокат, Ох. неплохо. В Академию паркура тебе надо будет записать. Кстати, Кенни хороший выстрел выдал, но проиграл этот бой, не вылетает с турнира, а то проходит в 1-8. Ну, в любом случае, красиво. Да, как я понимаю, у нас розыгрыш будет на второй трансляции, которая параллельно идет, да, оператор?